Давайте мы еще немножко модифицируем эту задачу. Предлагаю в качестве самостоятельного исследования для вас решить следующую модель. Имеется рельс, на котором установлены две тележки. Могущие передвигаться без трения. К этим двум тележкам подвешены две пружины с жесткостями К1 и К2. К этим пружинам прикреплен такой же точно блок, с той лишь разницей, что к этому блоку концы свисающих с пружин зацеплены нитями в вполне определенных двух противоположных друг другу точках. Предлагаю, так же, как и в двух предыдущих задачах, в трех предыдущих задачах, вычислить эквивалентную жесткость вот такой вот системы. Здесь нить огибает блок, начинает вертикально идти вот отсюда. А здесь нить начинает сразу же идти вверх, но с некоторой точки, определяющейся вот этим вот углом альфа. Итак, требуется найти k эквивалентное. K эквивалентное.